В Югре действует 30 лесных пожаров на общей площади более 11 тысяч гектаров. При этом возгорание половины сейчас локализованы. Огонь бушует на территории 7 лесничеств. Сражаются со стихией 500 спасателей, 18 единиц техники и 16 вертолетов и самолетов. В Свердловской области вместе с тем на данный момент действует 34 пожара. Совокупность возгораний в нашем округе и у соседей в итоге привела к задымлению в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях. Несколько пожаров сейчас зафиксированы в заповеднике Малая Сосьва. Там с огнем борются специалисты базы авиационной и наземной охраны лесов. Работают они по договору с Министерством природных ресурсов страны, потому как заповедник находится под федеральной защитой. Отмечу, что ведомство увеличило количество спасателей, которые тушат в Малой Сосьве огонь. В результате того, что прошла газовая активность и возникло большее количество лесных пожаров, чем может обслужить и заключено соглашение на две авиагруппы. Поэтому Министерством природных ресурсов, Рослесхозом было принято решение направить федеральный резерв в количестве 22 человек для тушения лесных пожаров на федеральном заповеднике. В настоящий момент сейчас работает группировка 43 человека. Два пожара в заповеднике локализованы, один полностью потушен. По информации Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, остается одно действующее возгорание. По словам Егора Сбродова, первого заместителя директора ведомства, благодаря тому, что округ значительно усилился ресурсами в борьбе с огнем, с новой массой пожаров планируют справиться к концу этой недели.